Наслаждайся своими верхушками! Привет, мои золотые! Привет! Сегодня у нас новый челлендж с едой! Давай, говори уже скорее, что мы будем делать. Конечно же, есть. Ну, жрать, конечно. Мы не едим, мы просто... Я жру. Давай, говори уже скорее! И ля-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 ля! Дай же я скажу! Говори, я тебя прошу, не томи! Просто говори, что мы будем жрать сегодня. В общем, у нас челлендж верхушка или низушка. Что это за новый челлендж такой? Я такого не знаю. Я такого ни у кого не видел. Верхушка или низушка? Вот знаешь, вот представь себе какой-нибудь тортик или пирожно-корзинка. В случае с пирожным-корзинкой я очень люблю верхушку. Вот, а Пасха, например. Верхушка, да, верхушка или низушка? Да, верхушка, да? Верхушка. Верхушка всегда топчик. Низушка так себе. Да. Бутерброд, сэндвич какой-нибудь, да? Да нет. Вот. Нет. Короче, у нас сегодня верхушка-низушка. Кто-то ест верхушку, кто-то согласен. Ест низушку. Я согласен. В этом видео ты ешь всегда низушку, я всегда верхушку. Нет, в этом челлендже каждый раунд мы будем на камень-ножницы-бумага. Кто выигрывает, тот съедает верхушку. Кто проигрывает, тот низушку. Кажется, я понял, в чем подвох. Да, но, кстати, может же быть такое, что низушка вкуснее, чем верхушка. А я такого вообще не слышал. Вообще, я вообще такого не знаю. И я не знаю. В общем, давайте, готов? Да, я готов. Давайте скорее начинать. Погнали! Итак, ребята, начинаем раунд номер один. Первый раунд. Первый раунд, в котором мы выбираем, верхушка или низушка. Да. И как мы, что мы дальше, как мы дальше работаем? Мы скидываемся. Кто выигрывает, тот забирает верхушку, кто проигрывает, низушку. И только потом мы открываем и смотрим, что у нас. То есть мы не знаем, мы что не здесь. Мы не знаем, что здесь, не знаем. Но мы предполагаем, что верхушка очень вкусненькая, да? Да. И мы да. скидываемся, кто ест верхушку. Да. Хорошо. Раз, два, три. Первый раунд. Сразу моя победа. Я сразу ем верхушку, наедаюсь этим вкусненьким верхом. Давай, что? Открывай, я готов. Я раз, готов. Два, три. О, корзинка, ты только что о ней говорила буквально минуту назад. Слушай, только что это с ней произошло? Она как будто Третью мировую войну пережила, посмотри. Нормальная корзинка, чуть не нравится. Посмотри. Ты будешь верхушку есть, тебе везет. Слушай, а я буду низушку. А что это неправильная есть? Корзинка какая-то? У нее вообще-то верхушки вообще мизер, вообще понты. Ух ты. Ух ты. Ничего себе, здесь низушка. Посмотрите, какая крутая низушка. Ничего себе, это не пирожная корзинка, это пирожная просто корзинка, и где верхушка вообще не топчет. Подожди, я с удовольствием, хочешь поменяюсь, я с удовольствием сейчас съем верхушку. Нет, давай, после давай, мне верхушку. Слушай, ну что с ней вообще произошло? А ну посмотри, что здесь. А, ну вон оно что. Дай сюда. Слышишь? Что ты делаешь? Это моя верхушка. Все, что на этом, на клише, это мое вообще-то, потому что там все верхушка. У меня получилось и низушка. Слизаешь, хватит слизывать мою верхушку. Ребята, смотрите, ну нечестно же. Вкусно? Ну все, едим. У меня вкуснее. Я, честно говоря, не знаю, кто выиграл в этом раунде. Мне тоже тут низушка досталась, смотрите. Есть и низушка, и верхушка. А у тебя верхушки, ну разве что только то, что прилипло к клаше. Да я уже обрезал. Вкусненький крем. Да, да. И очень. Я хочу. И грибочки вкусные. Очень? Да, очень вкусные грибочки, но ты ко мне не приближайся. У тебя есть своя низушка и все, что прилипло к клаше. А я не порчу низушки, но честно вам сказать, вот этот весь корж, он очень сухой. Как мне повезло, я хоть чуть-чуть отрезала повидло. Если бы я не отрезала повидло, у меня вообще сухо-сухо было. Итак, ребята, после вкусненькой корзинки время начинать второй раунд. Поэтому в этом раунде мы снова сбрасываемся, и верхушка, предположительно, всегда вкусная. Я уже знаю, что тут. Очень непалевно. Слышишь? Слышишь? Очень непалевный грибочек. Да, во втором раунде мы знаем, что здесь. И это отличает второй раунд от первого. Мы знаем, что там. И там, конечно же, верхушка очень вкусненькая. Да, я хочу верхушку. Так, в прошлый раз ты выбросила бумагу и на этом проиграла. Давай. Давай, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну зачем, зачем? Я чувствовал, что ты выкинешь ножницы. Чувствовал, зачем? Блин, посмотрите, какая верхушка вкусная. А, Пасочка, я обожаю верхушки. Я просто готова съедать все верхушки, а низушки выкидывать. Обожаю верхушки. Нет, поделись со мной, ну отрежь чуть-чуть выше. Не хочу. Чуть-чуть, ну чуть-чуть не оставь. Ооо.
Слушайте, вы когда-нибудь ели вот такую паску? Просто одна верхушка. Это да. Прям как бутерброд. Все, что упало, то пропало. Мне придется вот этот кусочек верхушки размазать по всей остальной паске, ну, чтобы совсем печально не было. Вкусно. Слушай, а паска суховата, я тебе не завидую. Алло! Посмотрите, какой крупный кусочек мне еще достался. Смотрите. Может, там у тебя упадет что-нибудь? Ничего. Ешь вот здесь, вот ешь посерединке. Ладно, все, кушаем. Так вкусно. Ты не представляешь, какая вкусная глазурь. Это, мне кажется, даже белый шоколад. Да. Да? Угу. Ребят, это белый шоколад. Ребят, вы ели паски с белым шоколадом вместо глазури? Класс, это очень вкусно. Это супер-пупер вкусно, я такую паску не ела. А ты не поешь такую паску. Да вообще-то вся паска у меня. У тебя та часть, которая не вкусна, у тебя даже там изюма нет. Кстати, где изюм? Это идеальная паска. В ней нет изюма, и она покрыта белым шоколадом. Это просто супер-пупер идеальная паска. Итак, ребята, хватит давиться паской, время начинать третий раунд. В третьем раунде мы будем угадывать что, и на этот раз мы не знаем, что мы будем угадывать. Я готов. Раз, два, три. Все, я ем верхушку, потому что я выложил камень, а ты ножницы, твои ножницы потопились. Все, можешь выбросить эти ножницы, они испортились. То есть ты хочешь сказать, что я тупая? Это к чему? По-моему, это очевидно. Ты только что сказал, ты тупица. С чего ты взяла? Зачем это вообще озвучивать? Это же видно. Что-то там у тебя затупилось, ты тупица. Я вот это только услышала. У тебя ножницы затупились. Я услышала, что тупица. Все, я больше ничего не услышала, слух отключился. Ножницы затупились, а камень твои. Можешь выкинуть свои ножницы. Куда? Господи. В мусорку. Так это мои пальцы. Ну все, все, у тебя тупые пальцы. Ты опять меня тупой назвал? Да нет, зачем мне тебя называть тупой? Все, давай смотреть, что у нас. Давай, открывай. Раз, два, три. Че это? Че это такое? Это салат. А что это сверху? Сверху майонез. Майонез? Ты хотел верхушку, да? Подожди, подожди, может, давай переиграем. Подожди. Давай раунд весь переиграем. Смотри, я вижу внизу картошка. Тут какая-то рыба, это же селедка? Ой, нет, я, не-не-не, я такой есть. А, или это мимоза, подожди. Это надо же разделить. Оп. Ой, что-то оно очень плохо выглядит. Я такое есть не хочу. Так, это твоя верхушка. Милости просим. Так а что это? А это моя низушка. И сейчас я хочу определить, что тут. Это что вообще? Это салат. Я вижу грибы, я вижу картошку. У тебя что есть? Ну, я так понимаю, это морковка оранжевая, да? Морковка у меня. А, у тебя тоже морковка? Мне досталось чуть-чуть морковки. У меня грибы и картошка. Но сверху у меня... У меня вкусно. Зачерпывай вилкой, что ты там ковыряешь? У меня грибы и картошечка, пюрешечка. Очень вкусно. Так а что это за салат был когда-то? Грибной. Грибной? Но сверху явно не грибы. Так, зачерпывай нормально. Ладно, зачерпываю. Картошечка с грибочками, просто топчик. Здесь есть. Ого, сколько у тебя грибов. Ого, у тебя сколько грибов. Грибы, сырок и очень-очень много майонеза. Посмотри, сколько у тебя грибов. Вот это что, мясо у тебя есть? У меня нет мяса. Зато у меня есть очень много майонеза. У меня немного майонеза. Да я вот вижу, у тебя немного, весь майонез у меня. И это хорошо. Итак, ребята, всех поздравляю с тем, что я выжил в прошлом раунде после всего этого изобилия майонеза. Теперь время настало объявить раунд номер... Что? Руки под стол. Давай их сюда, вот так. Итак, ребята, раунд номер 4. Всех поздравляю с раундом номер 4. В раунде номер 4 что мы будем угадывать? Никто этого не знает. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем, кто будет есть верхушку. Слушай, ну после прошлого раунда мне не очень хочется верхушку больше есть. Ну тогда проигрывай. Нет, я буду выигрывать. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я ем верхушку. У тебя бумага вообще-то порезанная. Почему? Почему так получается? Почему ты постоянно выигрываешь? Я не знаю. Ты просто не умеешь играть в камень, ножницы.
ножницы, бумага. Я очень надеюсь, что тут что-то такое майонезное, какой-нибудь еще хуже, салат. Да хватит, куда еще? Селедка под шубой, селедочной верхушкой, чтобы ты ел селедку с майонезом. Нет, это не очень вкусно, я пойду лучше сразу повешусь. Раз. Два. Три. Три. О, ну это же другое дело, ну это же просто шикарно, ну лучше просто и придумать было невозможно. Бутерброд. Наслаждайся хлебом. Давай вперед. Он пропах колбаской. Но это все, что тебе сегодня перепадет. Пропитанный колбаской хлеб. Он только пахнет колбасой. Тихонечко. Это моя колбаса. Это, ребята, бутерброд из колбасы. Берем колбасу, берем еще одну колбасу, накладываем колбасу на колбасу и едим бутерброд из колбасы. А лицо не треснет? Нет. Ты видишь, чтобы оно трескалось? Вот это настоящий бутерброд. А это? Это просто сухарик. Приятного аппетита. Нет. Это мой бутерброд. Итак, ребята, давай сюда руки. Время настало объявить 5-й раунд. И сейчас мы определим, кто будет есть верхушку. Давай. Раз, два, три. Ну, блин, сколько можно? Ты разве не можешь что-то другое показать? Да, что если... Что я покажу что-то другое, когда ты покажешь что-то другое. Вот и все. Я показываю ножницы, потому что я знаю, что ты покажешь бумагу. Почему эта рука показывает бумагу? Я тебе объясню, почему. У тебя просто очень много бумаги. Че? Ну, ее надо всю порезать. Когда она у тебя закончится, ты выкинешь что-нибудь другое, понимаешь? Ладно, давай смотри. Давай смотри, открывай. Раз, два, три. Да, да, а что это? Что это? Подожди, это йогурт. Легкий десерт чиа. Легкий десерт чиа. И смотри, кому-то достанется джем, а кому-то сам десерт чиа. Секунду. Ну джем вроде бы это ж хорошо, да? Или что это? Или это желе? Ну я не очень люблю желе. Так, давай все сбрасывай, все. Как-то ты не очень аппетитно это сбрасываешь. Немножечко прояви уважение к блюду. Это твоя верхушка. Слышишь, ну как-то не очень аппетитно ты сбросила. Но кушайте, не обляпайте. Еще и вилку все вымазала. Ну расскажи, что там тебе попалось. Отвратительная хрень. Ну не надо здесь делать вот это то, что ты делаешь. У нас здесь все-таки приличное мероприятие. Не нужно, это делают в туалете. Иди. Ой, в туалет. Это что-то такое ужасное, ну попробуй. У тебя ужасное или нет? Легкий десерт, чиа-сидс. Сидс это семена чиа, да, я понимаю, да. Но почему такое отвратительное? А что такое чиа? Это семена чиа. Ну, семена чиа, чиа это что? Чиа это вот эти зернышки. Я понимаю, но что такое чиа? Оно вкусное или невкусное? Так, тебе достался непосредственно сам десерт с самими зернами, а у меня зерен нету. У меня отвратительная штука вообще, просто ужасная. А у меня очень даже ничего. Дай попробовать. Очень напоминает кисель. Да? Да. Прям... Сейчас, подожди, у меня тут на стенках осталось. Прям очень вкусненький кисель. Угу. Вот реально киселек. Твоя верхушка ничего. Да. Попробуй низушку. А вот у тебя есть низушка. Вон, я не трогаю твою, вон у тебя есть низушка, вот тут чуть-чуть, попробуй. Какая-то она не такая. Да, скажи, отвратительная штука какая-то. Да, что-то с ним не то. Мне кажется, его кто-то уже жевал. А посмотри срок годности. А дело в том, что вот, легкий десерт написано, больше вообще ничего не написано. Ни даты, ничего. Как это вообще продается? А, все, дату нашла. До 2010 года. До какого года? Подожди, ладно, я ошибаюсь. Тут 0.10, но тут 20. Я чуть не испугался, честно. Ладно, срок годности еще полно срока годности. Но просто он ужасный. Сколько там? Еще месяц? Еще целый месяц. Да, еще месяц ему. Бе. Ну, вроде нормально должно быть все. На. Ты своей низушкой испортила мне всю верхушку. Я специально это сделала. Зачем, Зая? Тебе уже из меда, мне казалось. Зая, ну зачем? Чтобы ты мучился так же, как и я. Итак, ребята, после экспериментального десерта я готов объявить раунд номер, который... Ты прячешь руки под... Да я вообще... Прячь руки под стол. Ты постоянно показываешь раунд вместо... Ты параноик, ты просто параноик. Я не параноик, просто ты постоянно показываешь. Абсолютно, ребята. Ребята, раунд номер 6. 6 это 5 и 1. 5 и 1.
Кто ест верхушку? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Походу у тебя вся бумага... Ай, не отрежь мне нож, слушай, не надо. У тебя ножницы затупились, а мой камень. Походу, как я и говорил, у тебя бумага закончилась, и у меня закончились ножницы... Все, помолчи, что у нас тут? О, дай я посмотрю, что здесь у нас. О, походу я сейчас поем нормально. Давай, верхушку отчекриживай. Я очень надеюсь, что внизу джем. Очень надеюсь. Я надеюсь, там ничего нет, кроме просто сухого пончика. Тут ничего нет. Отлично, отлично, все просто отлично. Смотрите, ребят, пончик с глазурью, и вся глазурь моя. Смотрите, ребят, вот это вот все, что мне довольствоваться осталось. Да, все, что там на боку прилипло, можешь съесть. Приятного аппетита. Это могло бы быть вкусно. Это действительно вкусно. Вот ты права, это могло бы быть у тебя, но у меня это действительно вкусно. Короче, я буду обкусывать глазурь. Классный раунд. Я вкусываю глазурь. И изнутри, да, ты надкусываешь там все? Да. Мне тебя так жалко. Смотрю на тебя, и сердце обливается. Ты готов поделиться? Тебе так жалко, мне что, ты готов поделиться? Нет. Продолжай обкусывать глазурь. Так много глазури у меня еще на пончике никогда не было. Ах да, у меня же нет пончика, у меня одна глазурь. Умничаешь, да? На тебе пончик на нос. Итак, ребята, я очень рад всем сообщить, что мы начинаем 7-й раунд. Ты параноик. Ты ничего не показывал? А нет, ребята, параноик. Просто параноик в студии. Ладно, хорошо. Но в других видео ты всегда показываешь раунд вместо меня, когда я должен показывать раунд. Давай, значит, 7-й раунд, и кто будет есть верхушку? 1, 2, 3. Нет, подожди. Камень не пробивает бумагу. Не пробивает бумагу. Он оборачивается бумагой. Ему просто холодно, его бумажка обернула. Ты в пончике. Да? Ладно. Так тебе и надо. Ладно, давай. 1, 2, 3. О, почему смотри, какая везет? Вкусняшка. Это тортик в глазури. Почему тебе везет? Потому что в этом видео я просто мастер. Ага, я размазала твой глазурь. На. Все, спасибо. Я надеюсь, что у меня не сухой тортик. Сухой. Ну, у меня это лакомство просто не может быть сухим. Посмотри, какое оно все аж прям пропитанное. Нет, подальше свою ротяку от моего лакомства. Так, а пока я ем самую вкусную часть этого тортика, давай подсчитаем, кто выиграл в этом видео. А кто выиграл? Кто там в первом раунде выиграл? Ну, ты. А во втором? Ты. Короче, я выиграл практически во всех раундах. Нет, я Пасху, точно, я вспомнила. Я Пасочку вкусную ела, верхушечку. Это второй раунд, во всех остальных ты. Это получается 6-1? 6-1. Ребята, вы это можете себе представить? 6-1. Это самый разгромный челлендж. 6-1. Я выиграл тебя в камень, ножницы, бумага просто как мастер. Ты просто не умеешь играть в эту игру. Ты не умеешь читать соперника, понимаешь? Соперника надо читать. Ты когда сбрасываешься, ты что делаешь? Просто считаешь. А я читаю. Я вообще, я сама не знаю, что я выкину. В последний момент рука что-то там выкидывает. Сама не знаю, что я выкину. Я даже не то, что соперника просчитать, я сама себя просчитать не могу. Оно и видно. Оно и видно. Поэтому ты почти во всех раундах ела невкусную низушку. Ну что, ребята, с победой меня. С победой тебя. Все, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх. Ешь, давай ешь, наслаждайся своей верхушкой. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Наслаждайся своими верхушками. И до встречи в следующем видео. Пока.